Очень вкусный, ароматный, домашний белый хлеб. Готовится очень легко, без замеса теста руками. Это идеальный рецепт, получается с первого раза 100% у всех. Привет, друзья! С вами Елена, и вы на канале «Учимся готовить вместе». Давайте уже приступим к процессу. Нам понадобится теплая вода, сухие дрожжи, соль, сахар, растительное масло и мука. Также все ингредиенты указаны в описании под видео. Теплую воду переливаем в емкость, где будем замешивать тесто. Добавляем дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Хорошо все перемешиваем до однородности. Теперь добавляем сразу же всю просеянную муку и перемешиваем до тех пор, пока все ингредиенты не соединятся. Не должно остаться сухой муки. Я перемешиваю обычной ложкой, вполне удобно. Этот процесс не должен занять больше минуты. Как только все ингредиенты соединились, прекращаем перемешивать тесто. Его не нужно вымешивать, как обычный традиционный хлеб. Вот такое вязкое тесто должно в итоге получиться. Накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 1,5-2 часа. Тесто у меня постояло 1,5 часа. Посмотрите, как хорошо поднялось и немного запузырилось. Теперь отправляем тесто в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь для холодной ферментации. В чем большой плюс такого теста? Его можно сделать на 2-3 порции и больше, хранить его можно до 7 дней в холодильнике и печь свежий домашний хлеб, когда захотите. Это очень удобно. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник. Я обычно делаю тесто на вечер, оставляю в холодильнике на ночь, а утром пеку свежий домашний хлебушек на завтрак. Ночь прошла, достаем тесто с холодильника, оно не сильно увеличится в объеме, но еще больше запузырится. Посыпаем тесто мукой и рабочую поверхность также припыляем. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. После холодной ферментации оно стало более податливым и практически не липнет к рукам. С ним будет очень легко работать. Переворачиваем тесто на другую сторону и делаем вот такие вот движения. Как видите, вымешивать тесто в этом рецепте абсолютно не нужно. Все быстро, просто и легко. И собираем тесто в узелок, хорошо фиксируя края. Делаем красивый шар. Этот процесс также не должен занять у вас более 1 минуты. Тесто абсолютно не липнет к рукам на этом этапе. Немножко еще прокручиваем шар тестом, округляя его. И перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, смазанный немножко растительным маслом. Накрываем чистым кухонным полотенцем и даем постоять примерно 1,5 часа до увеличения в объеме. Спустя время к желтку добавляем 1 столовую ложку молока и хорошо перемешиваем. И смазываем наш хлебушек. Цвет корочки напрямую зависит от того, чем вы его смазываете. Острым ножом делаем надрезы. Количество надрезов по желанию. Мне нравится, когда на круглом хлебе 3 надреза. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем примерно 50 минут. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. Домашний хлеб готов. Даем ему остыть и будем нарезать. Посмотрите, какой аппетитный, румяный хлебушек получился.
Давайте разрежем и посмотрим на серединку. Он очень мягкий и безумно ароматный. Потрясающий результат! Нежный, мягкий, воздушный. Что может быть лучше вкусного домашнего хлеба? И, как вы уже убедились, готовится он очень быстро и легко. Но самый большой плюс в том, что абсолютно без замеса теста. Попробуйте, и вам обязательно понравится этот рецепт. Если вы впервые на канале «Учимся готовить вместе», обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик. Впереди еще много интересного. Ставьте лайки, комментируйте, мне будет очень приятно. А я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Всем пока!